Привет, дорогие подписчики и зрители наших каналов. С вами снова Джек, Блэк и Шустрила. Поздоровайтесь, бойцы. Всем привет. Привет, привет. Мы находимся на Зеленой горе. В предыдущей серии мы сюда наведались, но не нашли тут ничего интересного. Как вы не видите, наверное, на экранах у моих коллег, но видите у меня, тут все страшно глючит, поэтому я хочу выбраться отсюда. Кроме того, вон там стоит все так же аномальный парень, который... При подходе к нему натурально вешает игру, то есть это злой призрак. Кстати, он пропал, по-моему. Нет, стоит. Говоря, он стоит, а вон он стоит. Испугает. Да, это жуть такая, похоже на этот SCP-173. Моргнешь, и он приблизится к тебе. А еще больше похоже на Mass Effect 2, когда коллекционер людей вот так вот. Давайте уходим аккуратненько под спорчик. Главное, не смотрите ему в глаза. Джек Шепард, ты не в ту сторону пошел. Я хотел закрыть дверь, чтобы... Ну ладно. Ты вообще у нас трупы прячешь? Прям по этикету. Прячут трупы, хоронят животных, двери закрывают. Что еще нового, мы тебе не знаем, да. Так, у нас сейчас, я думаю, с горы спустившись, мы к Дрожжину выйдем, да, вроде как? Сейчас мы выйдем... Да нет, мы выйдем в Зеленогорск. Прямо в Зеленогорск. Ну, да. Это хорошо. Это в Зеленогорске нам надо бы посмотреть на машинку. Там в Зеленогорске у нас, по-моему, УАЗик спавнится. Я не знаю. Азимут у нас какой? Азимут, иди за мной. Хороший азимут. Азимут, бегу по полю в костюме снайпера. Простите. Давай, аккуратненько. Ага. Скалинат, у тебя есть что прикрыто, а вот что будет спереди. А спереди я все вижу. Тут у нас вообще не победить получается. Получается, ой, Артур меня вторанился. О, кабан. Кабан. Мясо нам. Айшутхим он захватил. Он просто кабанов не любит. У нас мясо немерено. И чё? Как это должно меняться? Ой, да пойдем уже. Подожди, я разведу кастрик тогда. А у меня топора нет. Все-таки грохнул. Я его Артуру отдал. У Артура мой топор. Так, что, Артур? Теперь я великий кастратор, да? Кастратор. 400 мяса здесь есть. Берите, кому еще надо. 4? Мне не надо. Ну вот хотя, я взял, в принципе, взял, можно. Я вообще один как-то взял, почему. Пока вы тормозите, я... Кто успел, тот и съел. А я не могу. Дерево? Не могу дерево срубить. Кто-то перехвалил. А вот к этому дереву подойди, оно, смотри, какое сухое как раз. Мне кажется, из-за того, что они наискосок стоят на ландшафте. А, у меня инвентарь полон, блин, это же у меня фляжка. Как обычно у меня все. Упирается в какую-нибудь глупость. Ну, так. Это какая уже серия-то за сегодня, так что вы и на Артура не пеняйте так сильно. Да, Артур у нас из первой серии такой же был, так что ничего удивительного. Так, давай, короче говоря, рубим. Готово. Теперь спички разводим. Быть адвокатом твоим, Артур, вообще нереально, по-моему. Начнешь тебе отмазаться, скажешь: да чё отмазываться, я их всех убил, вот у меня все руки в крови, да? Чё же? Наверное, да. Так, кастратор, сделай свое дело, кастратор, может уходить. Кастратор должен поджечь. Так подождите, наверное, сами. Камбэк. Делай свое дело, хорошо. Подготовить мясо. Подготовить. Ну так, знаешь, не до конца, что немножко прожарить. Замариновать. Да. 6 кусков я пожарил. И я 6 кусков пожарил. Если что, я у вас прошу, пока что мне хватает. Это хорошо, что хватает. Что-то меня подфризило ненадолго. А главное, кровь как-то. Кстати, один тоже прям сейчас съем. У кого не 12 тысяч? 50. Да, у меня не 12 тысяч, я сейчас съем. А то сколько крови? 10 тысяч 89. На, доставай, кушай. Да. Все, 12 тысяч у меня. Отлично. Че, мясо пожрать, что ли? Конечно, бери. Мир краски свой снова. Ну так, спиной ко мне повернулся. Так че, я тушу? Рюкзаком, да, давай. Ладно, я 2 куска у тебя взял. Один схарчил. И второй схарчил. Все, молоток, пойдем. Нормально. 11600 нормально. 12 ровно. Потушили костер-то? Да, да. А что лесники скажут? Да, дети. Если вы сейчас летом, дети. Лесник остался там на антенне, вот такой вот.
Так что не думаю, что их сейчас волнует лес. Да. Так-то да. Мы сейчас прямо к Зеленогорску выйдем, да? И, кстати, насколько я понимаю, мы сейчас выйдем как раз к тому месту, куда я и хочу. Отсюда вот... Да, нам вот чуть правее, где есть машинка. Там, короче, ты будешь находиться прямо на опушке, с которой будет простреливаться весь город. Хорошо, ты мне ее покажешь, договорились? А, да. Только мы, по-моему, все-таки немножко не туда вышли. Делимся опытом, да? Угу. Как программисты. Могут работать дома, но работают в студии, ну, в офисах, потому что обмен опытом. Потому так. Что можно одного человека за кофе отправлять. Все время. Не со мной ходить. Вот что у меня. Хочется ПС, не знаю. Так, ну что, Артур? Я что-то не сориентируюсь, мы с другой стороны совершенно зашли. Мы зашли с севера сейчас. Да. Вы палитесь. Да, мы не палимся, мы светимся просто. Нам сейчас нужно пересечь поле к тому лесу, что он достаточно в таком пустонаселенном сервере в Зеленогорске может быть опасно. Но тем не менее. Но я смеюсь в лицо опасности, да. И вот оттуда уже можно будет продолжать дальнейший путь. В Козловку потом пойдем, если не найдем. В Козловке автобус. Короче, вот тут лэп идет, прям по ней нужно зайти в соседний лес. Или нет, я что-то вообще не понимаю. Так, Шестрила, молодец, что встал. Так Артур встал, и я встал. Все побежали, я побежал. Все побежали. Так, ну я наконец сориентировался, где мы находимся. Мы правильно все бежим. А, это мы с тобой здесь тогда шли, вон там на горке харчили ребята. Да-да-да, они козы пристрелили и жарили его. А вы их не тронули? А мы их прицел смотрели. Они слишком далеко были. Добрые. Ну они были где-то метрах в 100, когда мы первый раз их вообще в деревне увидели, они уходили вот как раз. Да, они там шумели, они болились очень сильно. Ну, мы как наблюдатели посмотрели, пошли своей дорогой. Шо? Куда мы были? Что-то нас... пофризивает у меня. У меня игра, вот сейчас бегу, нормально, бац, 10 FPS. Потом снова набирается до 30. Так, вот это место, вон справа там стоит этот амбарчик, который, да, где как раз харчили. В прошлый раз вот тут мы пересекли, вон там, где дом стоит, на ту сторону опушки перебегаешь, и оттуда где-то 500-600 метров до... То есть вон в тот лес? Да, вон в тот... Нет, не туда, смотришь, вон туда, да, вон... Вот туда нужно пробежать сейчас по-быстрому, и по лесу, по опушке мы как раз выйдем к месту, откуда весь магазин простреливается. Хорошо, я уловил твою мысль. Я знаю это место, лично я к нему не ходил, но смотрел 6-часовой стрим Дейза, как... Ну, я узнал про эту игру, когда там только вот пацаны играли, и здесь они были на этом месте. Тут еще пруд должен быть рядом, ну, озерцо такое. Вот на этом месте я умер. Там за баг ты сагрил его. Да, печально. Да. Я достаю пистолет, сейчас я его тебя отагрываю, разворачивайся, беги к дороге. Да, это то место, где тогда мы со снайпером забили. Я сейчас возьму его на себя. Молодой человек, здравствуйте. Как ваши дела? А я пока посмотрю за всеми. Бум-бум. Он не умер еще, что ли? Нет, сейчас. Дай ему еще секунду. Так, я на линии отстрела. Вот, кстати, полезная тактика. Я до тебя не понимал, что отступаешь назад, и они в этот момент... О, с него тушеночек упал. Хорошо. Везение. У нас он и так там сзади мясо. Амбар и ангар есть. Да-да, там много всего, где кстати. И там воду можно запасы пополнить. Но при нынешнем их уровне, как они замечают тебе, я не уверен, что это хорошая затея туда лезть. Ну, не знаю, посмотрим. Как пацаны скажут, так и сделаем. А пушка действительно хорошая. С этой пушки весь зеленый шагу. Что такое? Блин, Зеленогорск. Ага. Ты опять матернулся, да? Блин, блин. Ты говоришь, блин, так, что... Да, многие... С такой интонацией, то есть... Да блин! Вот этот вот дом на опушке, где-то, наверное, метрах 20 от него уже можно натурально залечь и все. И хрен кто подойдет. Да, натурально можно залечь. Натурально. Натурально. Натурально залечь.
Так, ну ладно, я думаю, вы можете идти. А, ты уже нашел себе хорошее место? Да ты знаешь, вроде как да. Ну хотя если лучше натурально подойду... хорошее, то не надо. Не, лучше подойду поближе, чтобы... Ну, был бы зероинг, я бы лег здесь, но у ДМР зероинга нету, поэтому надо 400 метров предел. Я пошел, он дальше пошел. А Джек Шепард у нас где, кстати? Я что-то и не снял, да? Стрелой. А вон Артур. Вот Артур. Угу. Почему мы все идем в леску, блин, так пол в этой песни? Потому что рядом зомби дом. Агресса. Вот слева посмотри, парень. Идет. Ты думаешь, с агресса на меня? Конечно, это же Петрович, он когда с похмельем, он агрится на всех. А к тому же, в магазин бутылки с водкой давно уже не завозили, да? Ну, он, кстати, сейчас в супермаркет пойдет к вам. Да, я думаю, он ходит вокруг супермаркета и смотрит. Завоз ждет. Вот мое любимое место в Зеленогорске. Лежишь тут, и все, все мертвы, считай, кто подходит к этому магазину. И ничего не сделать. А вон там какой-то типа мини-заводик. Справа, да, факторочка. Ну там один завод, я вижу, и все. Вон он такой, видишь, синий. Вот это заход, да. А, еще гараж. Вон. Ой, запахался. Так, блин, ну все, машины нет. Там корова, да, стоит в центре поля. Я не вижу центр поля. Привет, факторе. Та корова, две коровы. А нет, одна, это узкая. Около супермаркета, насколько я вижу, ничего нет, только одна раздолбанная машина. Mm-hmm. Так, а где мы встречаем, да? Магазин. Заходь, может, все-таки вы зайдете в магазин, да? Да, магазин не нужно зайти. Не мешало. Вон, смотри, вон, видишь? А, все-все-все увидел, да. Прям на него, блин, смотрел. Так, ну надо быть осторожным, потому что враги стали зрячие. Че, идем сначала туда? К фактори, а потом вон вдоль дороги, мимо кустов. Че, на факторе нам нужно? Да, вот я тоже хочу спросить. А, не знаю, мы же вроде тут за машиной пришли сюда. Ну, машина на... Потом на факторе. Давайте вы в супермаркет сходите. Машина рядом с супермаркетом бывает. Стоит на площадке парковочной. Так, прям по полю. Иду по полю. Угу. Справа зомби вдалеке, спереди зомби вдалеке. А, мертвый. Мертвый кто-то лежит. Отступаем на осечку и осматриваемся. Ты опять, наверное, с пеньком перепутал? Нет-нет, человек. Человека, который лежит. Где? У зомби нет. На каком вот расстоянии? Вот смотри, вот ты видишь, где я лежу? Ну, вижу. Вот, теперь смотри, куда я смотрю. Вот там идет зомби, дальше к нему антенна, и вот перед ним лежит какой-то человек. Перед зомби? Да. Ну, ближе к нам. Дайте мне ориентир. Ориентир тебе, линия ЛЭП. В общем, смотреть надо на 205 где-то градусов. Я ничего там не увидел. Ну ладно, Джек Шепард, ты молодец, что глазился такой. Там где завод, что ли? Я тогда... Да, около завода, говорит. Но до дороги. Перед фактор. Да-да-да. В траве лежит, подбегая. У него еще нога приподнята. Куда ты нафиг подбегаешь? Бегаю посмотреть, кто это. Блин, вижу, тебя зомби. Не прикрывает. Я его прикрываю. Я ему сказал, да. Это человек. Это человек, он мертв. У него есть респак. А, где-то здесь наверняка лежит снайпер. Респак пустой. А у него есть два этих бандажа. Ли Энфилд, Макаров, Максим Смог, гранат красная. Я бомба, вас абсолютно сейчас не бомба вижу. Бомба с Макаров, Хантик. Я его тоже респак не вижу, пустой. Меня это беспокоит. Джек Шепард, ты без прикрытия. Я знаю, ну что поделать теперь? Так, аккуратно. Короче, я включаю GPS, говорю свои координаты. 99-23. Прямо в середине квадрата. 90... А какая разница? Ты рядом с заводом где-то? Если на завод смотреть, я прямо перед ним. Прямо напротив ЛЭП я, короче, в вашу сторону. Метров 50, может быть. Все понятно. Он, короче, левее, он не через основную дорогу. Видимо, мне этот холм преграждает. А, тут путь. Какая-то такая дорога. Подползаю к ЛЭПу. Да, дело в том, что нам холм загораживает. Да, понял. На ЛЭП теперь. Вот, Артур, ты видишь меня? Ползу. Прям к этой, к вышке ЛЭПа. Вижу, вижу. Вот. И проверить меня мужик лежит мертв. А, точно, смотри. Как ты увидел? Я его только вот сейчас с трудом вижу. Вот я вот только сейчас вас увидел и...
Метрах, метрах 10 от нас направо для тебя. Да, я смотрел далеко вообще на завод, думал где-то. Так там. Я думаю, тоже около завода где-то. Я говорю, напротив завода, в вашу сторону метрах 200 я был. Так, ладно, все, мы поняли. Поняли, да. Собрались. Ты подходишь к нам, нет? Я? Зачем? Нет, я Джеку говорю. А, к вам с трупом? Тащи его сюда. Ты в кусте? Кстати, ты можешь труп этот тащить, по идее. Но тебе оно нужно? Я трупы нельзя таскать, полуживых людей можно. Так, Джек Шепард, ты куда? Ты опять не упалец? К трупу, к трупу. Я вижу, вижу, но я спрашиваю, зачем? Ты в деревьях сидишь? Я сижу где-то в 15 метрах от тебя позади в кустике. Так, хайдбади. Зачем ты его прячешь? На кой черт он тут лежит? Ой, блин, ты за этим сюда ходил, что ли? Очиститель природы. Очиститель леса. Так, где ты? Направо повернись градусов на 40. В кусте, который находится рядом с лэпом. Это Блэк. Насколько рядом с лэпом? Буквально. Вижу, все, все вижу, да. Я просто уже думал, ты чуть вперед. Так, я к лесу выдвигаюсь. Так что мы даже заходить не будем. Джек Шепард, нам нужно, кстати, сходить, я забыл, в супермаркет на самом деле. В супермаркете может быть еда для нас. Еда у нас есть, нам нужна вода. Ну, слева я и думал, обошли бы. Каким путем предлагаешь идти, чтобы нас спалили? Напрямки? Да, согласен. Напрямки, если вас спалят, то начнут пальбу, начинайте там манцевать, я засеку его буквально секунд за 10. Да, с такого расстояния достаточно. Если первым выстрелом не снесет, это будет труп. То выжить достаточно просто будет. Вот эти вот зомби на таком расстоянии, мне почему-то кажется, что сейчас они нас запросто могут заметить. Потому что у них что-то с внимательностью. Очень все хорошо. Так, я пошел, Джек Шепард, ты сзади за мной, да? За тобой, да. Вон зеленая гора. Смотрим в оба, аккуратно. Кажется, что тебя выцеливают в прицел прямо сейчас. Ну, именно этим я сейчас и занимаюсь. Да. Только не по отношению к вам. Пока движения не вижу нигде. Смотрю. Я вижу много движений, но это все зомби. Ну нет, да, я про них уже даже молчу. Зомби стали привычным. Я уже все эти леса по 20 раз обсмотрел, которые напротив, там никого нет. Ну, может быть, если он лежит в лешем и не шевелится, то все может быть. На низких настройках графики, Артур, я вижу все. В этом твое преимущество огромное. Так, видишь нас, да? Да. Расстояние, конечно, безумное. Я не знаю, в вас бы, наверное, попал выстрел, может быть, со второго, с третьего. Главное, что попал. Да. Так, переключаюсь на этот первого лица. Зомбаки появились буквально, вот как только вы подошли. Три штуки. Сзади? На стоянке. А, супер. Вы можете так, зайти со стороны складов. Вот спереди от вас дырка, вот можете пойти слева, да. Обойти забор и со складов зайти без контакта вообще. Окей. То есть через эту дырку или левее от нее? Нет, левее, левее. Вдоль заборчика. Понятно. Угу. Правильно идет. Там еще какой-то домик есть с открытой дыркой. Перед тем, как будете выходить из забора, ложитесь на пузяку, потому что там лягушка скачет. Ой, да так тяжело дышишь, Джек Шепард. Мне сейчас страшно. Не, игра зову. Вот нормально. Так, место достаточно популярное такое, так что надо быть настороже, а я тут 7-9 хожу. Да нормально. Ну если что, у меня винтовочка в руках. Так, там зомби справа достаточно близко, да. Аккуратно. О. Нет, еще ближе. Еще один, да. Слева прыгун метрах, наверное, в 50. Вижу. Так, теперь у меня игра. У меня тоже подвисло. Это и, от сервера, и, нет? И у меня подвисло. Я говорю, что это от сервера. Так, сцена запись продолжила, потому что это нормально будет. Ух, кому-то там весело. Да. Это у меня. Простите. Мы с тобой когда в этом были, в деревне последней нашей, машина, помнишь, у тебя проехала? Все говорят, о, нам кажется, там машина проехала. А это у тебя было в окне? Нет, это у Артура, да, в окне было. Люди подумали, что... Внутри зомби.
Я слышу их как минимум двое. Вы можете сейчас как ураган залететь в супермаркет и там уже сколку устроить. Там он будет безопасно. Ох, да сколько у вас там? Судя по звукам, их тут... Просто до хрена. Пируют, ребята. Ой, да, судя по звукам, их там просто хрена. А так не видно. Но они где-то со слева. Пошел. В этой пристройке никого нет. Фонарь. Фонарь лежит. Все, я закрыл дверь. Можно, так, в принципе, кинуть Джек Дэниелс вон туда, в проход. Потому что его тут везде пустые банки Джек Дэниелс. Можешь взять, кинуть? Ну, попробуем. В центр магазина. Типа вискаря бутылка? Да-да-да. Я не уверен, что я тут в нее попаду. Ну, подойди поближе в проход. Чтобы попасть точно. Тут куча пустого мусора в супермаркете. Ох, ё-моё, сколько у вас тут? Сколько? Много, много. О, а, это, короче, место логового спота. Они, короче, все знают, что в проходике стоят. Рынком. Если я сейчас стену паду. Мне только шакать повезло. Ой, отступаем. Джек Шепард, иди назад быстрее. А, я застрял. Джек Шепард, мы сейчас умрем. Мы сейчас умрем. Давай. А это даже битву нормально увидел. Кстати, это первые зомби, которых я вижу в деловых костюмах. А, нет, не первый, я уже видел. Как же, я же говорю, с отливом парень там ходил, помнишь, и в Ялту собирался. На заправке, буквально серию назад. Одни головы. Там еще заходит. Вижу. Так, не вставай, пожалуйста, я на тобой стрелять сейчас буду, если что. А, нет, они ушли. Они у меня прилег. Граната Чифумаса. Так, ну все. Так, что у нас там, все красиво на улице? Вообще великолепно. О, здесь лежит бинокль. Ну, бинокль нам не нужен. Так, они сейчас, я так понимаю, зайдут через... Это у меня машина проехала. К вашему супермаркету подтягиваются Петрович, Васильевич и Игнатьич. Они очень активно пытаются. А Сидоровича нету, нету, что ли, сегодня? Сидоровича потеряли. Сидорович там на четвереньках. Кузьмич где? Кузьмич! В общем, что-то и... Ой-ой-ой, а вон еще пара друзей идет. Пошли водку пить. Кузьмич. Так они этот, они войти так вообще не могут. Их что, тупыми сделали? Я не знаю, что они не могут войти, но они как будто знают, что здесь что-то нечисто. Они идут пешком, то есть не спешат в развалочку, но вот сейчас двое будут просто на склад заходить, тут будут двери желтые. То есть откуда мы зашли? Да. А, да вроде чисто. И при этом еще двое были на входе главном. Проходим, да. Они вокруг ходят. Вокруг нас. Их компании встретились. Их уже четверо там около этой двери. Сейчас, они... сейчас бухать пойдут. Они общаются, да. Сейчас они точно начнут бухать. Что там лежит? Макаров ПМ лежит с двумя магазинами. Какой-то мусор, дрова, Джек Дэниелс. Вон там вдалеке вроде более-менее нормально, какой-то пистолет. А, этот М1911 там. Так, что я нашел? Часы, кому часы нужны? А, никому. На стоянке нет машин. 5 минут пятого. На стоянке нет машины, да. Ой, осторожно, осторожно, отойди от витрины. Один прям прыгает. Прыгули. Еще двое там идут. Так, здесь еще какой-то. Я помню, как меня. Здесь еще пистолет лежит с тремя рожками. Давай, помню, как меня сквозь витрину так один прыгун убил. Ну, не убил, он меня поломал капитально. Справа от нас кто-то есть. Они вас обложили вообще со всех сторон. Давайте закругляйтесь. Потому что еще больше подтягивается. Да-да, они там прям за дверьми. Я думаю, пока мы их не убьем, они от нас не отстанут. Я думаю, да. Ну я могу... Ну ладно, у вас жизнь душителя, в принципе. Давайте. Ты там нас... Че, я открываю? Не надо открывать, ты что, не можешь через этих пострелять? Я не могу... вижу их просто. Я могу полностью... А я давайте я обчищу, если хотите. Да не надо, если только сам хочешь побаловать. О, ну нет. А вы через эти двери вы выйдете. Лучше ползком, они вас не заметят. Ой, я передумал. Чтобы я каких-то сраных зомби боялся, не пошли. Панты пошли. Сейчас человека грохнут. Так слышишь, я смотрю, ты, слышишь, ты всех, всю компанию друзей повалил. Да, все, не хватит. Да он внутри страшных дел натворил. Мы за здоровую Россию.
Трупы прячут, алкаши убивают. Че еще для счастья надо? Зомби, вторая компания, похоже, возвращается. Зачем ты к ним пошел? Очень много на стоянке сейчас. Да-да-да. Возвращаемся и пойдем к ним пришли. Вижу вас. Джек, ты сейчас прямо спиной будешь на них выходить. А. Да. То есть они за... Да, они на стоянке с фронтовой двери. Лучше вот если вы сюда пройдете чуть-чуть. Да-да-да. И уже огородами там. Да, они сейчас на трубы натолкнутся. Джек Шепард. Разворот назад. Они сейчас там на трубы найдут и это поставят. Кстати, дом, в который можно войти. Давай зайдем. Машина стоит. Убитая только, к сожалению. Вот это круто. Это просто круто, ребят. Разбитая машина. Да-да. Нет, насколько круто здесь находиться сейчас. Ну их вообще на самом деле я тут насчитал больше 15 штук. Именно вот, в... все полезно. Именно в вашем полезно. Квадрате. Ну, ваше, да, много стало. Ван. Сложнее стало играть. Круто. Да здесь мусор один. Да. Я не представляю, сейчас что на военных базах будет. Трэш, угары, рок-н-ролл. Заходишь туда там. В одном краю авиабазы лежит один рожок, а в другом краю пушка, да? Ну, то есть, допустим, рожок станок, да, а пушка АКМ. Я уже вижу драки на ломках, на фомках, точнее, да. За эти пушки. И знаешь, да. Такая дуэль в стиле Принц Перси, когда так это, фомки вместе скрещиваются, кто это быстрее труп? Закликает. Да, да, кнопку кто закликает, господи. Да, это да. Вы там перелазите? Да, тут перелез, сейчас я пойду. Лягушенька там, справа. Да, справа лягушенька, слева дядюшка ходит. Петя. А где ты тут? Петя, интересно, вот если ты... Петя уходит от магазина. А, ты имеешь в виду этого трудовика? Ага, трудовика. Ну, он одет такой халат, у меня был трудовик в таком халате. Да у всех такой трудовик был. Так, один кто-то так активно к нам ползет. Что, может, на факторе? Давайте. Что мы там можем на этом факторе? Ты не хочешь, что ли, блин, не знаю, не стану исследовать? Ну, там человек убитый лежал. Ну, и поэтому как-то не знаю. Ладно, не будем идти. Да давай уж сходим, раз уж, блин. Раз уж ты так просишь, да? Ну. Сейчас вот до этого дерева я пока не рискую бежать, потому что он тут еще возьмет, заметит с такого расстояния. Да, я не думаю. Просторы слишком большие. Необъятные просто. Да, вот именно обглядывать все это дело, глаза устают. Есть такое дело. Так, у березоник. Зомби скиллит 1-1-1. У меня тоже все 1-1-1. Да. 101 со зомби был, что ли? Да. А, не-не-не, у меня зомби скиллит 1, хедшотс 1, мурдерс 1. А, не, хедшотс у меня 82, потому что... Ой, это вы там вообще... Вот сейчас трудовик вас испалит, ребята, что вы прогуливаете. А, как где? Ты вызвал, ну он там, он ходит прям. За нами идет, да? Ну да, но он не спешит, правда. Но в какой-то шляп. Нет, именно трудовик. Да, был тут трудовик. Так он далеко вообще, офигеть, я и говорил. А мне кажется, он прямо... О, развернулся в другую сторону, пошел. Передумал. Ага, старые кости уже не выдерживают погони. Он подумал, что мы сейчас пойдем там. Вот вы сейчас идете в сторону Factory, и там в кусте парень такой. Он замаскировался, он может на вас нагреться, вы его даже не увидите. В кусте, не вижу. Ну вот, рыжий куст 1, рыжий куст 2, и он в рыжем кусте 3, вышел уже из него. Хорошей в данном случае была бы добавка к этому выражению слова «мертвый парень». Потому что... Я извиняюсь. Потому что я уже приготовился куст решетить. Не, если просто это был бы живой парень, я бы сказал... Ой, мертвый парень, да? Ты бы не сказал, ты бы кричал, да, я думаю. Ой, подвисли опять на секунду. Да, у меня то же самое. Это радует, это просто радует. Ты опять тяжело дышишь. Бросай курить, Джек Шепард, да? Что ж ты говоришь такое? Вам бы с этого поля убраться. Да, капец, я не завис на нервах. Мы уже шли бы оттуда поскорее, да? Я вообще не знаю, что на этом Factory нам делать. Мы даже запчастей не ищем. Никаких. Я говорю, пошли обратно тогда, раз не хочешь на Factory. Ну не хочешь, чтобы ты пошли. Ну все, пойдем. Нет, ребята, вам нам не в ту сторону. Переходите напротив гору, а потом я перейду, вы меня прикроете, хорошо? Ну, ладно. Нам вот на гору, прямо которая напротив нас. Этой, да. Там еще амбар стоит наверху с красной крышей. И этого домика рядом с кучей электро этих. Два психа, один стоит, другой сидит. Психи уже. Зомби, да.
Как мы их уже только не вызывали. Блин, я хочу на фактори зайти, тут как раз вон рядышком проход есть. Ну пойдем на твой фактори, запарил уже, блин. Прям как отец. Все, идем на фактори, мы же договорились. Я хочу на машинке. Бип-бип. Ой, я что-то уже перехотел там, а нет, там нормально все. Не знаю, на квадрике я сегодня покатался не я. И через 30 секунд рестарт будет. Да, вот, давай прямо сейчас выйдем, давай к кусту подходим, да. Ну давай. Давай пока сходим в магазин или подождем. А что нам на магазин делать, если там машины нет? Сервер перезагрузился и все что. Нет, Шустрила посмотрел, сказал, что там нет машины. А, вот. Да, я посмотрел. Все, тогда идем на Factory. На Factory ты все-таки хочешь на свое? Factory. Ой, блин. I want it. Я с винтовкой пойду, мне неспокойно. Тут народ недавно убили. Если кто сагрится, то я просто бегу внутрь Factory и там уже громко отстреливаю. Хорошо, я вижу тебя и вижу Джека. А я лично перебегаю это поле. Прилег? Вы там сами, ребят. Угу. Слева у нас товарищ. Ползунчик. Мы где-то, наверное, метрах 50. Где ползунчик? Шлевее от нас впереди ползет. Ага, понятно. И обратно развернулся. Справа тут я зомби убил, не это. Так, сзади нас бежишь, стрела, да? Угу. Мне на секунду показалось, что у тебя АК в руках. Ну, это такой ДМРчик суровый. У него еще сошки есть, так как бы они выявляют самца во мне, а... Как-то оно бесполезно. Кстати, лут не респанулся еще, вы-то, наверное, ничего не найдете. После рестарта. Ладно. Спал, по крайней мере, я надеюсь, Джек. Я слышу справа и стрели слева. Придется М9 доставать. Однако нет. Тут два ползучих зомби, похожи. Они вам вообще ничего не сделают, я вижу отсюда. Ой, слушайте, там ржавая. А, нет, не вся на нее сесть. Автомобиль. Угу. Как бы в нем какой-то. Вы можете выиграть истребитель. Надо, не знаю, Виллу. 15 миллионов долларов и автомобиль. Так, я закрыл. Так, иди сам наверх, я не хочу туда ходить. Это твоя идея была. Достаточно. Достаточно топорик лежит прямо вот на дорожке вот на этой. Топорик так, нам все. Не помешает еще один насечу. Конечно, я же тебе свой отдал, мне теперь нужен топор. В прошлый раз был. Кабан появился прямо передо мной. Здесь его. Опа. Игра зависла опять. Нет, это хэтчет свипинг у меня появился, я ок нажал. Ну, то же самое. Хэтчет, заметь, это уже не кроубар, это кастет. Хэтчет это, по-моему, и топор. Да, вот топор хэтчет. А, тоже может быть. Так, продолжаю. А здесь какой-то моток чего-то. Какой-то ну это моток чего-то. Колючка 100%. Вар фэнсинг кит, да. И больше ничего. Шустрил, ты где? На пригорочке просматриваю весь завод. Шо? И как там весь завод? Весь завод отлично. А это хорошо. Это да. Иду спускаюсь. Так, у нас один зомби находится в этом доме. К вам, там зомбаков 5, просто ползает. Я вам так скажу, они вот буквально, я вижу, ползучих зомбаков. Никакой опасности не представляют, но их много. Джек Шепард, ну зачем тебе он сдался, а? Ну оставь коллегу в покое. Он шел прям на нас, что значит оставь? Ого, я с горочки ушел, и там уже столько маршируют ребят. Ну, на которой я сидел. Так, а ты хочешь дверь открыть? О, какой эффект цвета клевый. Они, кстати, над графикой еще немножко поработали. Да, по-моему, это и было. Нет, не было. Это Лэнс Плеер. Я в рассвете, на рассвете играл, это было так красиво. Рассвет и закат в этой игре вообще красиво. Mm-hmm. Джек Шепард, ты не хочешь открыть вон ту дверь? Какую дверь? Ой. Фролак. Есть. Опять. Вон там он домик с двумя входами, там бывает всякое вкусное, а ты куда-то игра ушел? Игра зависла, вот, остановилась. А, ты у нас пролагал. Домик закрытый же. Нет? Такая, нет, туда и туда можно зайти. Вот здесь вот домик стоит, который даже двери нет. Ой, да пойдем со мной, а. Я хочу посмотреть, вдруг там что хорошее. Пойдем. Давай, я открываю дверь, ты чистишь сразу там, выносишь им мозги. Давай. Отличный план.
как минимум один тут. И, по-моему, их двое. Никого не вижу. И они если за углом там. Да. Но они обычно прям в центре. Слева от тебя могут быть, не подходи туда к двери. Пусто. Но они где-то, блин, вообще там, блин. Закрытая область. Да они не пусто, вот они за углом тут, похоже, тусуют. Это весело. Сейчас мы их найдем. Мне просто хочется. Во-во-во, согрелся. Так, он с той стороны бежит, аккуратно. Ой, какая у него анимация теперь смешная. Лягушка. Заходи внутрь. Да-да-да, да все, я убил. Он так, короче, знаешь, как обезьянка. Я убил, он проскользнул. Так еще один. Обезьянка. Где еще один? Вот где-то вот тут, куда я смотрю. Он в углу там, наверное, сидит. Есть ли смысл его снимать? Я мог бы забежать и снять его просто. Давай поубиваем всех. Ты хочешь это? Меня не прибить. Вот, ты прямо увидишь, наверное. Нет? Он, похоже, внутри застрял в полигонах. Сейчас уйдем, он на вас сагнется. Спасибо, братья, ты там застрял. Ну, было весело. Здесь, кстати, все банки в этот провалились. Опа, 4 пустых. Вы там шляетесь, да? Да-да. Джек Шепард, за 4 оттуда не вытащишь, похоже. Я вышел уже, пойдем теперь туда, куда ехать. Да-да-да. Ты меня не теперь видишь, а я тебя вижу. Поймай. Вот смотрите, сейчас. Как он меня ищет. Вижу, вижу. Я это смотрю. Так, он сагрился, он вышел. Не он. Ребята. Вот были мы, блин, внутри, Ферби не убежал. Это я, успокойтесь, это я. Там еще один внутри был. Я говорил, сейчас отойдем. Так, аккуратно, надо как-то... Просто на вас прям такая волна пошла. Да, это была опасная по идее. Потому что у нас не так много бинтов. Кстати, по бинтам... Я 3 бинта с него снял. С того, который был у меня. О, класс, у меня еще 2 есть. Один дверь закрыл такой, типа, блин, мешают. За собой. Шутит, посидеть, да. Нет, тут нифига. Ладно. Вот птица, блин. Птица только что приняла форму выжившего и бежала по полю. Это как? Мимо пролетает, то есть, ну, на фоне, как будто человек бежал. Во весь рост. Люди-птицы здесь могут быть. Паранойя активно развивается у всех. Я знаю. Джек Шепард, ты куда? Ты уже не хочешь в этот дом, да? Я хочу посмотреть просто, кто там. Я никого не вижу, они опять, наверное, в эти застряли. Блин, на полу там ничего нет. Вышел. Капец. Я среагировал. Я среагировал, меня не задели, и все нормально. Так, все там тихо, да? Респанулся селянин рядом с вами. Фух. 2 селянина. Они появляются заново. Так, ну пора выходить тогда, чтобы по новой это все не чистить. Так, мы сейчас выходим с противоположной стороны, идем к той горке, да? Я вижу вас, да. Только не к той горке, где я до этого сидел, а напротив. Рядом с которой амбар. Да. Там Джек Шепард аккуратно, зомби, наверное, метрах 50. Там машинки какие-то стоят, но они, по-моему, все ржавые, да? Все ржавые. Все. Ты мало ли так знаешь, кучу ржавых нормально подкину. Так, прямо по курсу лягуха и... Вижу. Это мне как бы... Мы сможем пройти. Просто. А? О, тут зомби мертвый, его кто-то убивал разве? Разбился, вы под навесом. А, да. Все понятно. Так, а тут, оказывается, не пролезешь. Я не знаю, что туда пошел. А, вот не, можно вроде. Да, можно проходить вперед. Я сейчас как раз к зомби выйду. Ну и что поделать. Так, ну ладно. Там один стоящий, один ползающий с той стороны, с которой вы выходите. А, вы в эту дырку хотите? Ага. Да. Прекрасно, так вас никто не увидит. Супер. Я старый уже. Ползать мне тут. Только вот один ползун уже вашу дырку наметил, по-моему. Так, чуть-чуть левее сразу берем. Угу.
Джек Шепард сдал налево. Сдаю. Там к вам третий ползающий присоединяется. Блин, да, он, блин, смотри, с какой скоростью ползет. Он уже учуял мясо такое. Смотри, как сразу ползет. Наши портянки мои. Думал, я, по-моему, делался. Я тут с вами шутки шучу. Оп, все, отползал. Красавчик. Ползи. Сколько у тебя патронов в этой херне? Вставай, да дофига. Артур, можно бежать. А, что, можно уже, да? Да-да-да. Все мертвы, они все мертвы. А вы меня видите вообще или нет? Нет, а где ты? Я вот рядом с вами, буквально метрах в 100. Я привстал еще больше во весь рост. Я бегаю справа налево. Не видно вообще. Да ну ладно. Зато я вижу этого. Баран, сейчас напротив барана. Вот я тебя убью. В костюме лешего ты, конечно, да. Мне, кстати, 10 тысяч сил, да, надо бы это похарчить. Давай не будем трогать барана, а я тебе дам мясо просто. Нет, какой ты чё, кому это говоришь вообще? Ладно. Так, всё, освежевал. Показалось, что кто-то по полю бегал. Это поле, оно уже у меня в голове. Хорошее поле. Отлично. Легко. Да, не спорим. Забыл закопать. Давайте я с ним закопаю, а? Ты уже задолбал. Все, он исчез. Ты же забрал все мясо, он исчезает, когда все забираешь. Ладно, окей. Пойдем к амбару, он догонит. Мясо есть чисто. Джеки нас догонит. Чего ты в амбаре хочешь? В амбаре? Ну, мало ли там дрова лежит. Да, дрова нам определенно нужны. Особая ценность. А там право по дороге? Или прямо? Все вижу. Отсюда пойдем в Козловку, наверное, да? Сколько у нас на этой серии-то времени прошло? 30 минут. О, я остановил же запись, когда мы закончили писать. Ну, сколько, ну, мы сейчас мы амбар, наверное, полутаем, да, уже минут 40 будет. Просто уже не то, что нам чисто это устает, еще и зрителю стоит смотреть большее время. Да, а вон, потом поднимемся в лесок и там закончим. По часу делали, народ уже недовольный там был. Типа, мозги кипят. Сил нет. А так не замечаешь, когда играешь. Да, конечно. Интересно же. Так, слева от тебя... Да, что-то там завизжало только что. Но он не сагрился. Но метрах 15-20 от тебя слева. Мне кто-то ногу прострелил. Да как он жив-то? Капец. Справа Легухан. Угу. На 2 часа. Это не зомби, это просто опять Степаныч перебрал. Степаныч. И идет еще один зомби прямо у стены амбара. Ну блин, наконец. Стареем. Реально в голову стреляю. Справа стреляют где-то метров 50, наверное. Ты верно шутишь? Нет, я точно тебе говорю. Не слышу ничего. Тоже ничего не слышал. Я слышал. Внутри... Внутри зомби. Быстро их снимаем с гушака. Так, ой, блин, ты меня не вселишь. Я аккуратно, он лег. Подойди, спрячь тело сразу. Чтобы не было видно. Так у нас столько тел тут лежит. Да там-то ладно. Они же с этой стороны, говоришь, увидят нас. Смотрю пока туда. Так, аккуратно поднимаемся. Там были... Канистра, топор. Внизу канистры, да. И сверху канистра. С стороны. Ну, одну возьмем, я думаю. Там Энфилд, по-моему, да, с подарками. Да? Ты берешь, да? Нет. Блин, тут не посмотришь. Нет, нормально. Чё брать-то? А канистру. Слева. Подожди, меня беспокоит, что здесь выстрелы были. Кто-то стрелял, причем не из ПМа, насколько я понял. Скорее, G17 был. Вот я уточню, со стороны горы или со стороны города? Со стороны горы. Если смотреть, вот как мы заходили в амбар, что это лицо, то да, справа да. От него где-то метрах, наверное, в сотни. Угу, понял тебя. Солнце там плохо видно. Ты на улице? Да, я уполз на разведку. Я тут тоже слежу через окошко. Компаса. А, там же окошко есть точно. Где-то на 230, да? Да, где-то так.
Окей. Красный значок. Ты уверен, да, Артур? Да, я на 100% слышал. Так. Ну, я не знаю, стоит ли нам обращать на это внимание. Конечно, стоит. Нет, в смысле, ну понятно, но прям так напрягаться уж. Блин, я не знаю. Так можно долго ждать. Но, судя по всему, он спалился. Там у нас что дальше по карте? Сейчас посмотрим. Ой, блин, я посмотрел, но у меня что-то так туго с этим колесиком мыши. Так, вот Зеленогорск, вот этот амбар. Нет. Ну там у нас Дрожина. В Дрожина стреляли. Да, точно. Игра подвисла опять, да? Угу, было. Я вот я вижу наш амбар. И, возможно, на кургане. Тут есть курган, Глорка. Возможно, там. Да, где-то в том направлении примерно. Так, я возьму канистру, Артур. Ну, я не знаю, что будем делать. Так, ну, по-любому сейчас будем серию завершать. Угу. А сколько канистр занимает? 3. Супер. У меня столько нет. Так, Джек Шепард, ты вышел? Я могу взять канистру, если хочешь. Я возвращаюсь. Я наверху. Ты наверху, а... Это внутри чувак бегал. Серьезно, что ли? Да, внутри чувак. Он вышел через второй вход. Через который мы зашли? Нет, через другой. Офигеть, я смотрел же, смотрел, и потом пошел наверх за канистрой. Я думаю, это, блин, Джек Шепард. Он был в черной одежде, кепочка. У него был какой-то огнестрел, я не понял. Я даже не обращал внимания, я думал, это ты. По периметру просматриваю весь ваш сарай. Посмотри, он вышел вот к... Он вышел направо, если... Я пока за канистрой. Топтался бы поменьше. Так, если видишь сразу, без разговоров, вали, свои все внутри. Договорились. И он, судя по всему, вообще ничего не видно. У тебя хорошая видимость по этой стороне? Я вижу со стороны горы, я вижу вход отлично, никого. Так он только что отсюда выходил, со стороны горы как раз. Артур. Да. Он из амбара вышел в сторону горы. Твоя паранойя делает громадные шаги. Вы посмотрите мою серию потом, тут человек был. Мне никто не верит. Мне никто, они все издеваются. Я не знаю, он как сквозь землю провалился. Мне кажется, он прямо за углом здесь лежит и выцеливает нас. Мне кажется, он прямо за углом, за угол выполз и вышел из игры вообще. Если вы немножко потерпите, то я обойду сейчас с фланга еще этот забор. Ой, забор. Вообще как-то мало. Ты на большом расстоянии? Я метрах 60. В принципе, достаточно безопасно, я думаю. Черт, но я точно видел человека. Чувствую себя голым сейчас. Ой, блин, чё я кручусь-то? Чё ты крутишься? Я случайно. Безумец. Так, Рекс, так. А я что-то как-то вообще думал, блин, все друг друга. Он снизу пробежал напротив, он там Джек Шепард, по той снизу стороны обошел. Ага. У меня ощущение, что, возможно, он даже нас не заметил. Но как хрена бы он тогда убегал? Да. Смысла нет. Я тогда другой ход буду коробить. Он, скорее всего, услышал, как ты там шаришься. Ну, и выбежал. Будьте осторожны, вы уверены, что он выбежал? Он может просто сидеть снизу под вами там и... радоваться жизни. Кстати, запросто может быть. Прям под нами может, да. Так. Блин. Проблема, вот закончили серию, да, называется? Снаружи я вам могу сказать, внутри что... никого нет. Снаружи может. Чистота, порядок тоже. Ну вот, то есть ты же не видишь, у нас тут есть невидимая зона, вот эти вот стены, которые вот прям за выходом справа-слева, ты их не видишь. И он там может спокойно лежать. Не, так я уже обошел по периметру полностью. А, полностью весь амбар? Да. Пацаны, он убежал, пацаны. У меня был тоже. Бьёшь по своим, да. Так, пацаны, давайте сюда зайдем внутрь и завершим серию уже. Ну, ушел, ладно, разминулись его счастье, потому что, как вы понимаете, мы долго бы не думали, я думаю, по поводу того, стрелять, не стрелять. Я был как... Блин, как офигеть. Как ты поменялся? Как игра тебе поменяла? Так, я захожу, ребята. Нет, офигеть насчет того, что у нас тут бегал. А я... А, это Артур был. Да? Да. А, это был Артур. Главное, твою тень видел. Давайте по коробке.
За коробки. Вставайте, коробки спасения. Вот теперь да, он заходит, кидает сюда гранату. Ноу! Пока, да. Так, ладно, давайте завершать на этом серию. В следующей двинемся. Где у нас еще машины тут поблизости есть? Козловка. Козловка. Пойдем в Козловку. Как видите, наша карма все-таки дает свои плоды. И машины мы найти не можем. Даже шустрилы, несмотря на то, что... Это кто перезаряжался? Я. Блин, я пугаюсь. Короче говоря, найдем машину, будем на ней рассекать и давить нубов. На самом деле, она нам не для этого, конечно. Но просто охота. В общем, увидимся в следующей серии. Попрощайтесь, бойцы. Всем пока. Пока-пока-пока.